Всем привет, с вами Юля, и в этом видео я расскажу вам, для чего нужен аккаунт на YouTube и как его зарегистрировать. Итак, для чего же нужен аккаунт на YouTube? Во-первых, для того, чтобы смотреть классные крутые ролики. Во-вторых, быть в числе первых, кто увидит новые выпуски любимых видеоблогеров и любимых каналов. В-третьих, первыми смотреть наши новые видеообзоры. В-четвертых, вы сможете загружать свои видео на самый популярный видеохостинг, и ваш ролик смогут увидеть миллионы людей. И пятое, у вас появляется абсолютно бесплатный и очень крутой видеоредактор со всякими фильтрами и спецэффектами. Итак, давайте сначала зайдем на YouTube. В правом верхнем углу мы видим кнопку «Войти» и нажимаем на нее. Внизу нажимаем кнопку «Создать аккаунт». Вводим свое имя и фамилию. Затем мы должны придумать свой логин и ввести его. Дальше вы придумываете пароль. И повторяете его для подтверждения. А затем указывайте дату своего рождения. И, конечно, пол. Затем выводите цифры на картинке. Они, правда, выглядят довольно странно, но это сделано специально, чтобы защититься от спам-ботов. После ставите галочку «Я принимаю условия использования» и нажимаете кнопку «Далее». Затем вводите номер своего мобильного телефона для того, чтобы на него вам пришла смс-ка с паролем для подтверждения регистрации. Не беспокойтесь, эта смс-ка абсолютно бесплатная и денег с вас не снимут. Если мобильного телефона у вас нет, можете попросить у родителей. Когда вам пришла смс-ка с паролем, просто вводите его и нажимаете кнопку «Продолжить». Вот ваш аккаунт готов, и теперь по желанию вы можете добавить фотографию. Это делается не сложнее, чем изменение аватарки ВКонтакте. Теперь у вас все готово, и вы можете нажать кнопку «Назад к сервису YouTube». Вот ваш аккаунт готов, и теперь вы можете подписываться на любимые каналы. Давайте покажем на примере нашего. Вы вбиваете в поиске YouTube название нашего канала и просто ищите его. Вот мы нашли наш канал и нажимаем красненькую кнопку «Подписаться». Появилась галочка «Подписка оформлена», и в левой части экрана в ваших подписках появился наш канал «Купи ребенку спешл». Теперь все наши новые ролики будут высвечиваться у вас в ваших подписках. Точно так же вы можете подписаться на другие любимые ваши каналы, например, Kate Clap, и видеть все ее новые ролики в числе первых. Кстати, чтобы подписаться на канал, не обязательно переходить на саму страницу. Можно просто нажать на ссылку «Подписаться» под каждым каналом. Точно так же они появились у вас в левой части экрана в подписках. А теперь давайте попробуем загрузить свой ролик на YouTube. В верхней части экрана нажимаем на кнопку «Добавить видео». Затем выбираете файл для загрузки и нажимаете на него. Пока видео грузится, вы можете поменять его название, сделать описание, либо добавить теги, чтобы люди могли легче найти ваш ролик. Если вам не хочется писать описание и ставить теги, можете этого не делать, поскольку это не обязательные пункты. После того, как ваш ролик загрузился, вы можете перейти в менеджер видео, чтобы увидеть все ваши загруженные ролики. Теперь вы можете нажать на ссылку, посмотреть свое видео, а также поделиться им. Внизу есть специальная кнопочка «Поделиться», где вам высветятся все социальные сети, в которых вы можете разместить свою ссылку. Либо просто скопировать ссылку и отправить ее кому-нибудь по почте, либо в сообщение. А теперь расскажем вам одну прикольную фишку YouTube. Вы можете добавлять различные эффекты к вашему видео. Для этого вы снова заходите в менеджер видео и нажимаете «Инструменты для авторов». Здесь вы выбираете «Видеоредактор». Затем вы перетаскиваете свое видео в специальное окошко. Нажимаете кнопку «Фильтры» и выбираете, какой вам больше понравится. Фильтры можно смешивать между собой, и благодаря этому у вас получится очень красивая и классная картинка. Не хуже, чем у Стивена Спилберга. После того, как вы отредактировали видео, нажимаете кнопку «Опубликовать». После этого у вас появится окошко с надписью, что видео обрабатывается, и это займет несколько минут, поэтому вы можете смело отправиться пить чай и кушать печеньки. Когда вы вернетесь, видео уже будет готово. Теперь в списке ваших видео появился еще один видеоролик, но уже обработанный. Вы точно так же можете делиться им с друзьями в социальных сетях и отправлять им ссылку по почте. Преимущество этого редактора в том, что он абсолютно бесплатный, и вам не нужно его скачивать, перерывая весь интернет в поисках какого-нибудь классного видеоредактора, тем самым заражая свой компьютер какими-нибудь
какими-нибудь вирусами. Этот редактор идет бонусом к вашему аккаунту, он не занимает места на компьютере и имеет все необходимые прикольные штучки для редактирования видео. Так что регистрируйтесь, снимайте свое видео, пробуйте этот редактор и не забудьте подписаться на наш канал. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем пока!